Сегодня специалисты Тирасполь-Трансгаз Приднестровья завершили комплекс работ по замене изоляции трубопровода «Раздельный Измаил». По нему российский газ поставляется в страны Балканского региона. Работы начались в мае этого года и проводились на участке в 3 километра. Выполнен комплекс работ по разработке траншеи, снятию старой битумной изоляции, очистке поверхности трубопровода до металлического блеска, нанесению нового покрытие пленочного типа поликен, после чего произвелась засыпка траншеи и возвращение плодородного слоя на первоначальное место. Тирасполь-Трансгаз Приднестровья отметили, что эти работы носили плановый характер. Перед засыпкой траншеи специалисты еще раз провели проверку новой изоляции газопровода на отсутствие дефектов.